Итак, у нас начинается утро второго дня. С таким обзором. Красоты, которые скрывались вчера от нас, то, что мы не видели, вернее, облака мешали нам все это узреть, а сегодня вот такая красота. В поход посмотреть на гору Верблюд, памятник Гагарина и так далее. Вчера-то вообще ничего не было. Вот мы подошли к Верблюду. Андрюха пошел первый. Хочет, чтобы его сфотографировали одного. Вот действительно красиво, когда солнце светит. Верблюды не так кричат. Это койоты какие-то, а не верблюды. Ты что там уселся-то? Билет, сядь, пожалуйста. Забрели мы так, что тропы нету, поэтому проделываем ее сами. Все, проходите. Снега по колено, а то и по пояс, да? Вот так и прокладываются тропы-то. Припрыжку, а где и ползком. Вы готовы ползти дальше? Все выше и выше. Давай, Жека, давай. Так.
Вот так люди добиваются успеха, да? Ю-ху! Мы это сделали! Сделали! Вот она красота-то, вот ради чего можно проходить километры, метры снега на корячках, на ногах. Вот она красота-то. Да, мы здесь. Do you speak English? I speak Russian. Speak Russian? Yes. Ну что, вот мы и покорили самую вершину горы Качканар. Высота, которая составляет 880 метров примерно, там плюс-минус небольшой. Вот эта самая вершина, мы залезли прямо на нее. Сделали большое количество фотографий, конечно же, видео засняли. Там нереально сильный ветер дует, очень холодный. Вот, но обзор очень красивый. Как я уже говорил, это действительно то, ну, ради чего можно проделать такой сложный, тяжелый путь. Но теперь у нас дорога предстоит обратно до монастыря, там мы попьем чай и уже будем спускаться вниз. Сколько займет дорога обратно, тоже посмотрим. Вот. И потом у нас там дальше еще посещение некоторых мест. Наша группа клуба любителей попутешествовать покорила гору Качканар, вот там вот вершина находится, она отмечена пиком. Мы были там буквально вот 25 минут 30 назад. Дорога туда у нас заняла, наверное, час-полтора, потому что пришлось тропить, где-то местами ползли мы на коленях, на четвереньках, потому что уходили иначе по грудь, а где-то там могло вообще скрыть полностью, по снегу ходили. Хочется, наверное, назвать состав нашей группы географический. Помимо верхних пашминцев, которые составляли основную часть группы, у нас здесь находились два представителя поселка Исеть, два представителя Екатеринбурга, представитель города Челябинска и представитель Кузбасса, который с нами уже путешествует не первый раз, третий раз, по-моему. Вот. Ну, вот такая вот у нас интернациональная команда была. Вот, ну, в целом вроде все здорово, всем понравилось, все отлично. Да, я хотел бы добавить, что к вершине из всех групп, которые присутствовали, в принципе, вообще за эти два дня здесь, наша группа была единственная, которая сходила на эту вершину, потому что тропы, считай, не было, да, и даже после нас никто не пошел туда. Так что вот, а присутствовало за эти два дня, ну вообще ночевало, если я не ошибаюсь, около 70 человек, да? Ну, я думаю, что не меньше. Там за вчера, наверное, человек 150 в общей сложности было. Из тех, кто ночевать, остался половина точно. Вот, были, Пермь была, Ижевск был. Была группа, кстати, дополнительная со Среднеуральской пришли, Екатеринбурга. К сожалению, не удалось с ними познакомиться, они как-то быстро у нас прошли. Вот, ну а так, много-много здесь городов за вчерашний день побывало. А на вершину поднялись только мы. Да, сделали это с удовольствием. Хоть и тяжело, хоть и устали, зато эмоция самая, что ни на есть, положительная. Получили заряд на ближайший месяц, наверное. Да, покорение горы Еремель, которая состоится у нас в конце марта. Ну что, вот мы и покинули буддийский монастырь, в котором
провели, встретили Новый год, сходили, покорили вершину горы, побывали на скале Верблюд. Ну, в общем, получили много положительных эмоций. Сейчас отправляемся на стоянку. 6 километров нас ждет. Только уже будем спускаться, а не подниматься. Налегке. Здравствуйте. Затавец! Рули! Веселый спуск с горы. Сейчас мы спросим впечатления о походе. Первое у нас Виолетта. Виолетта, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Все супер, сходили на вершину. Классно. А что понравилось больше всего? Гора. Гора? Конечно. Верблюд? Верблюд, ну и на или покорение вершины. Красиво очень. Понятно. А в монастыре буддийском как тебе? Можно я умолчу об этом? Хорошо. Дабы никого дорогу, не дорогу. Обидеть. Наталья, ну, хотелось бы узнать ваше впечатление о походе. Конечно, впечатление сейчас на спуске отличное. Легко стало, да? Да, тяжеловатенько. Подъем тяжелый был, правда? Для меня очень тяжелый. Но самое такое, что больше всего запомнилось? Ну, конечно, красота. Природа. Лесок и гор. Хорошо. Но сам монастырь. Представление. Так, а представление, у нас же Google есть. Представление. Это мы себе еще сформировали. Представление, которое ребята сделали. Представление? Да. Ну, честно говоря, мы его не до конца досмотрели, а так они молодцы, они, ну, я у них спрашивала. Они говорят, не то, что там они свою проповедуют, то есть я не знаю, что к ним приходят православные люди, они стараются, чтобы понравилось всем. Ну да, очень хорошо сыграли на самом деле, я хотел заметить. Даже подарочки приготовили. Кстати, да, мы все идем обратно с подарочками. Я думаю, если получится, покажем еще. Дальше у нас Евгений на подходе. Приветствую. Паша, иди сюда. Расскажи о своих впечатлениях. Мы были в первый раз в походе. Пойдем, я пойдем потихоньку. Пойдем. Понравилось тебе? Да. Вообще все было здорово. Там красиво. Хотелось бы, чтобы вы все-таки отметили, что больше всего понравилось, да, запомнилось. Может, что-то выделить там. Ну, гора очень красивая, потрясающая. Деревья все в снегу. Давно мечтали увидеть этот пейзаж. Смотрели у вас в ВКонтакте фотографии там с Таганая. Просто было обалденно, да? Да. Впечатление супер. Ну, усталость есть. Тяжело было подниматься? Конечно. Подниматься единственное, что вот подъем. Но это же поставил себе цель и достиг ее. Человек так и живет по такому принципу. Я думаю, все здорово. Сейчас налегке обратно, да? Да, сейчас здорово все. А я комментарий. Давай. Что комментарий? Спуск. Спуск, как всегда, замечателен. На санках веселее, да? Да, ну... У нас на санках основную часть дороги проделал Алексей. Вот он впереди, я думаю, он уже давно около машины и греет ее. Вот. Я ехал помимо санок еще на картонке, на детской, которую взяла Ирина вон с собой. Тоже здорово. Тоже в детство впадаешь просто реально. Беззаботное, которое было когда-то, когда мы с друзьями с двора Калинина 54, с двухэтажек, бегали кататься либо на Манину гору,
либо, не знаю, куда-нибудь в центр, к ДК Металлургов, где стояли новогоднюю большую горку, которая была, кстати, еще из снега. Это сейчас из дерева делают, тогда все из снега делали. Да, горки большие были на самом деле. Да, здорово, здорово, конечно. Все, спасибо. Ладно, ну и послушаем, конечно, Андрюху. Андрюха поехал кататься. Где Андрюха? Это он, что ли? Вот он. Вот он. Андрюха, говори что-нибудь тогда. Нормально сходили. Особенно понравилось. Как поплутали и искали микрофон, говорит канал. Все, все, спасибо. До свидания. Самый содержательный такой рассказ. Поделитесь своими впечатлениями. Не уходите от камеры. Не стесняйтесь. Все очень замечательно. Еда вкусная. Тебе больше всего еда понравилась, да? Впечатлила. Ну, давай, самые яркие моменты. Мы как ползли. Ползли ты куда? На гору. На вершину? Да, ползком. Очень долго ползли. Коленки натерты, да, сейчас? Угу. Руки. Замечательно, кстати. Все легко. Тренились, встретили хорошо? Да. То есть ребята дружелюбные, да? Да, накормили, обогрели. Да, и компания хорошая. Главное, компания хорошая, остальное все хорошо. Ну и ладно, замечательно. Ну еще у нас ребята остались. Хотелось бы. Не последний, наверное, Рома идет. А, Рома... Было все идеально. Особенно монастырь. Монастырь вообще огонь. Самое крутое, конечно, это горы, то, что мы там лазили, это много веселее. Жаль, конечно, не нашли ракету. Это вот где ракета? Гагарина. Не Гагарина, да. Uh-huh. Мы, в следующий раз мы ее найдем. Повторить. А так все, отлично. Самое яркое впечатление, так понимаю, это природа все-таки оставляешь. Да, да, там виды открываются. Вчера-то еще облака были. Ага. А сегодня, когда. Особенно вышли... утром. Ох! А еще такой вопрос, как вот спалось? Спалось? Нормально. Я промолчу. Душновато немного, а так нормально. Это было что-то с чем. Незабываемые условия и впечатления. Ну, ребята, дружелюбно, да, встретились. Нет, не в обиде. Насчет дружелюбия там вообще классно было. Да, спасибо, они такие улыбчивые оказались, да, еще спектакль какой-то придумали. Да, там шоу, кстати, вообще нормально было, все, Леха. Леха, хотелось бы выслушать твое мнение. Все круто, все в глаз. И скажи мне, ты поедешь еще сюда? Сюда? Да. Если поедет летом, зимой? Зимой? Тяжеловато. А тяжело, что было тяжело-то? Подъем, самый первый подъем. Было очень тяжек. А летом было бы классно сюда прийти с палатками, да? Летом налегке, да, можно с палаткой. Прям туда на вершину, там дня на 2-3, да? Ну, на вершину не получится. Мне кажется, там все равно ветерок и неудобно. Угу. Где-нибудь разбить лагерь спокойно можно. 2-3 дня такой же веселой компании. Угу. Яркие моменты какие? Яркие моменты? Выделишь с этого похода. О. Вообще умотаться впечатлений, все сразу даже не рассказать. Утренний рассвет впечатлил вообще. Mm-hmm. Больше всех, наверное. И вчерашний туман. Туман вчера, да. Да. Действительно. Первый день, когда пришли, было очень туманно. Это были облака. Был сильный ледяной ветер. Вот. Но сегодняшняя погода нас очень порадовала с утра. Да, весь день она радует нас. У нас еще куча сейчас. Куда мы направляемся, на Европу, Азию? Я так понимаю, спуск, наверное, больше нас радует, да? Спуск ты вообще удивил. Экстрим. На санках. Спуск в тарелке, или как ее назвать? О, тут кто-то за нами ломится. Так что да, сюда смело можно подниматься и брать с собой лыжи, сноуборд, санки. А обратно спускаться на них. Ну что, вот мы и пришли. Спуск у нас занял 1 час 10 минут. В принципе, дошли быстро. Главное, что не устали. Вот. Ну и сейчас поедем дальше.
фото. А сейчас видео. Танцуйте. С новыми силами, да? Снова подъем. Ой, легкий подъемчик. Так, немного с новыми силами, да? Изи. У нас еще старые не выдохли. Вообще гора называется Колпаки. Почему Колпаки? Потому что вот скалы вот эти, они напоминают форму колпаков. А вообще, если смотреть откуда-то вот издалека, с высоты, то, в принципе, отсюда даже кажется, что как будто бы это гребень дракона. Если есть фантазия, она работает, то света. Вот голова, света. Шея и пошел. А высота пошла. Какая? Она что-то чуть больше 600 метров. 640-650, сейчас не готов ответить точно. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим, что там. Там сделана лестница. Что, есть связь? Поднимались около 15-20 минут. Стерок горит, нифига. Нормально, сил-то хватило подняться? Да, конечно, еще и спуститься хватит. Устали спускаться с горы, нет сил. Клуб любителей попутешествовать передает всем привет и говорит: вы счастливы!